Температура чуть ниже, но градус опасности не спал. Сегодня МЧС республики предупреждает о высокой пожароопасности лесов. Татарстанцев просят быть предельно внимательными при обращении с огнем. В начале жаркого сезона в рейд отправились пожарные. В набережных Челнах проверили частный сектор. В домах и постройках во дворах провели детальный анализ. Так, в некоторых банях проводка не по правилам. Где-то электроприборы эксплуатируют с нарушением. Жителям вынесли предписание. Такие проверки сотрудники МЧС проводят в эти дни и в садовых товариществах.